Дорогие зрители, меня зовут Илья, и добро пожаловать на канал Амайкири. И прямо сейчас вы увидите обзорку на долгожданную новинку этого года. Это смеситель Амайкири Тамура. Тамара. Но по традиции хочу сначала рассказать об упаковке. Как вы знаете, упаковка выполнена из крафтовой бумаги с изображением прекрасного дизайна японки. А также здесь изображен сам логотип бренда Амайкири. А на боковой стороне его наименование, цвет, в котором он выполнен, небольшое изображение смесителя с его размерами, различные характеристики, откуда был совершен импорт, его производитель и где был произведен продукт. И безусловно, я хочу вам рассказать о красной наклейке, которая подтверждает тот факт, что Амайкири является членом торгово-промышленной палаты в городе Осака, находящейся в Японии. Вот, это она. Итак, приступим к распаковке. Внутри упаковки вы найдете смеситель вот в таком вот чудесном мешочке, а также подробную инструкцию, фирменный гарантийный талон и вкладыш, в котором указаны все производства Амайкири, усиленную цветную подводку для подключения горячей, холодной и фильтрованной воды и вот такой маленький предмет под названием штуцер. Вам не придется искать его в магазинах для подключения фильтрованной воды и подключения самого смесителя, потому что он есть в комплекте. И полный набор креплений. Вот так выглядит смеситель Амайкири Тамура. Я вам сейчас расскажу о всех его функциях и особенностях, которые хранит в себе вот такой вот уникальный смеситель. Первым делом я хотел бы обратить внимание на то, что еще никогда в своей жизни не встречал однорычажный смеситель с функцией 2 в 1, то есть подключение фильтрованной воды, которая течет по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной, через вот такой аэратор NeoPerl, благодаря чему у вас не появится ржавчина и известковый налет. Но этот смеситель в современном дизайне ломает все стереотипы однорычажных смесителей. Знаете почему? Потому что для подачи горячей либо холодной воды необходимо опустить ручку и наклонить ее в правую либо в левую сторону. Но если вам необходимо наполнить стакан воды фильтрованной водой, тогда легким движением руки просто поверните кольцо на изливе смесителя. Принцип работы очень простой. Сам смеситель имеет высокий излив, который достигает 398 мм. Материал этого смесителя выполнен из высококачественной латуни. Тамура имеет керамический картридж седал с диаметром 35 мм, кран букса из латуни, крепление из металла, а диаметр для установки 35 мм. Смеситель Амайкири Тамура выполнен только в одном цвете. Это цвет нержавеющей стали. Вот он, цвет нержавеющей стали. Если вы задаетесь вопросом, как этот смеситель выглядит в интерьерах, давайте на это сейчас и посмотрим. К сожалению или к счастью, ролик подходит к концу. Я благодарю вас за просмотр и интерес к продукции Амайкири.